Всем привет! У меня письмо от Нины. Был обмен вырубкой. И сейчас открою. Правда, это не письмо, а бандеролька. Но ничего страшного, даже лучше. Но, видимо, по весу не получилось письмо. Вот, мы обменивались вырубкой. Здесь упаковано в картон. А он, конечно, весит. Весит вес какой-то. Поэтому письмом, видимо, не вышло. Я-то отправила письмом. Вот здесь вот тишью красиво розово. Ох, ничего себе. Тут прям разложено, что ли. Вау. А я... Так, тишью немножко приклеилась. Сейчас посмотрим. Что, каждая вырубка запакована? Нет? Ух ты. Тут прям листочки мне положили тишью. Я вот только недавно заказала. Только недавно пришло мне. Ух ты, тут прям скраб магия. Ни разу не использовала этот чиборд от всего сердца. Классно. Так, здорово. Спасибо огромное. Так вот выглядит. Вот так вот. И вот такая еще рамулечка красивенькая. Здорово. Подарочки. Подарочки. И она мне прям все разложила. Ничего себе, а я ничего не раскладывала. Вот прям стыдно сейчас в этот момент. Потому что я, ну, как бы сделала вырубку, сложила аккуратненько и все в один конверт просто разместила. А Нина мне прям вот так вот постаралась. Ух ты, а тут вот ножички, два ножичка. Вот таких вот, которые у меня нету. Фэнтези ножички я обожаю. Вот, и в принципе, ну, заказывать сейчас не планирую. А если прям что-то, ну, экстра. Я бы вот говорю, что я бы купила нож Светлой Пасхи или с Пасхой. Я вот покупала вырубку, вот такие ножи, я знаю, есть. Но вот пытаюсь поймать на барахолке, не могу. Вот, но ножи фэнтези я всегда люблю, мне веточки все нравятся. Я попробую чуть позже. Вот, у меня есть заказ на вырубку, и я буду, в общем-то, пробовать. И у Нины очень много всяких ножей от фэнтези. Вот они здесь. Вот это вот мне понравилась надпись. Где у меня штучка? Штучку еще искать нужно. Так. Чего такое? Вроде как все под рукой было, уже не под рукой. Ну ладно, вот так, да? Вот такие вот надписи. Мне они очень понравились. И надо будет с ними что-то сотворить в кругу семьи. Вот. Также мне очень понравилось. Мне очень нравятся вообще домики. Я прям фанат домиков. Но у меня домики только с Алиэкспресс. Несколько штук. Какой узорчик. Как красиво все. Жалко, что трясется, да, камера. Вот такой вот есть. Ой-ой. Это пульс. Я в свое время очень хотела этот нож. Но так и не приобрела. Вот, а сейчас, в принципе, уже и не хочу. Но вырубка мне пригодится. Вот такие вот штучки. Кстати, наверное, хорошо рубят. И вот. А, крылышки мне уже кто-то присылал. Мне понравилось. Я делала работу с этими крылышками. Какую-то миксмедийную. И, в общем-то, я попросила эти крылышки, чтобы у меня еще были. Смотрите, как круто выглядят. Они очень интересные. Здесь еще. Еще. Также мне очень нравится вот этот бордюр фэнтези. У меня его нет, а мне он симпатичен очень, вот, но приобретать не планирую. Во-первых, не хочу сейчас ничего приобретать из ножей, мне ничего не надо, у меня все есть, все, что мне необходимо. Во-вторых, скорее всего, цена не дешевая, вот, трат я пока на ножи не планирую. Это я хочу использовать такой нож в слои, вот. Я бы кармашек приобрела, но из одного кармашка я, конечно, не буду делать заказ. А так мне нужен кармашек. Ну, то есть такой кармашек, который вот складываешь и туда засовываешь карточку или что-то. Вот такой бы я приобрела. У меня есть один, но мне не очень нравится. Вот все эти узорчики, они замечательные. Такие вот выглядят очень здорово. Тут повторы есть. Вот. Ну, очень красивые. Красота. Конечно, вырубать сложно.
Все это, чтобы не сломалось. Ну, смотрите, какая прелесть. Вот такой мне кто-то недавно присылал, я использовала в работе. Очень здорово смотрится. О, вот такая клеточка. Так, похоже на агиард, потому что у меня есть вот такой вот отдельно цветок агиардовский. Я его очень люблю. А, как только я приобрела этот нож, я использовала его практически во всех своих работах. Вот прям, не знаю, точно 10 штук, 10 открыток я сделала с этим ножом, вот прям 100%. Но я его использовала больше, не только в открытках. Во всяких всяческих работах я его делала розовым, черным, коричневым, в мужские, в женские, в детские, во все работы пихала, потому что мне он безумно нравился. И я подозреваю, что этот нож тоже агиардовский, да. Мне очень нравится. Вот это красиво, уголочек. Не знаю, правда, пока. Обрамление фотографии, может быть. Вот так. Возможно. Тут какой-то другой еще уголочек. Так. И вот этот вот я попросила. У меня уже была идея, когда я увидела этот нож, можно сделать шейкер зимний. Мне захотелось. Вот. И Нина мне нарубила, спасибо ей большое, вот этих вот штучек. Это вырубка, они большие, видите, какие. И хочу вот реализовать то, что мне нравится. И я вообще, я бы приобрела такой нож. Я люблю такие, как сказать, как экспозиции, что ли, такие сюжетные ножи, где уже есть какой-то сюжет. У меня есть два ножа, которые я активно использую зимних. Вот. А, там сюжет. И вот, в общем-то, нравится. А, морская тема отдельно. Так, здесь рамки, цифры, ярлычки. Ой, Нина прям так заморочилась, мне прям сделала по пакетикам, а я так не догадалась. Листики, травинки. Вот, хочу листики травинки посмотреть. Так. Ух ты, сколько тут красоты. Всяческой. Мне кажется, у меня меньше получилось вырубки. Хотя, может, у меня просто покрупнее. Почему-то мне вот так визуально кажется, что у меня меньше. Вот такой нож прикольный. Мне очень нравится. Такой вот очень красивый. Вообще все вот эти травинки. Видите, как здорово. Такие мелкие. Ух ты. Наверное, замучилась не нарубить. Или нет. Вот такой вот нож у меня есть. Единственное. А вот остальных у меня нет. Такие красивые. Вот. Ну, тут, наверное, еще и повторки есть. Вот такой вот какой-то. Тут это похожий травиночки. Так, это такой же, да? Нет, это другой тоже. Все разные. Ничего себе. Тут с такой этой штучкой. С такой ягодкой получается. Опять получается у меня. Так, что еще? Вот. О, какой крутой. Все. Вот все, я говорю, каждый обмен вырубкой, ну, не так часто я вырубкой обмениваюсь, но каждый обмен вырубкой сопровождается тем, что я хочу купить какие-то ножи новые. Вот этот мне нож очень нравится. Я как-то, давно, когда у меня не было машинки, всегда вот такой вот заказывала вырубку, вот такой вот какой-то элемент красивый. Вот прям вот этот ножик, моя любовь. Но он вот, я вижу, плохо немножечко прорезает в каких-то местах, поэтому не буду заказывать. Вот это, наверное, две части одного ножа. Вот, но я раньше вот заказывала часто. Потом вот такой вот еще мелочевочка крутая. В общем, наверное, сейчас вдохновлюсь и буду делать работу. Надо тему выбрать только. Так, почему не делала давно открытку такой? А, я уж, может быть, показывала вот он, да, изначально. В общем, тут целая гора, вот такое красивое что-то вот такое вот. Не делала давно открытку, потому что у меня был целый склад. Вот, в общем, я вот такой ножичек захотела. Крутой. Вот такой вот захотела ножичек. Все, хочу вот такой вот. Такие миленькие. Вообще все хочу. Но еще бы время найти все это вырубать, да? У меня была целая гора открыток наделана. Сейчас вот она немножко поуменьшилась. У меня купили часть открыток. Вот, и, в общем-то, можно делать новые. Так, следующие цветы. Цветы. Я давно хотела лилии поделать. Не знаю, дойдет ли у меня рука до этого или не дойдет. Так, вот, кстати, вот эти цветочки я безумно люблю. Мне присылали кто-то в обмене вот эти цветочки, только, по-моему, в желтом цвете или в розовом. Вот что-то не помню. Мне почему-то кажется, в желтом, наверное. Вот. И я их резала, и в слои очень круто. Это как кружево, бумажное кружево.
Ну, вот прям, вот этот нож я хочу, но пока не буду приобретать. Вот сколько я сейчас использую, буду просто иметь в виду, что я его хочу. Если что, вдруг. Вот, вот такое сердечко, прикольно. И от него вот такой вырезулька. Мне кто-то такой присылал тоже где-то в обмене. Так, тут много мелких таких штукений. А вот она и лилия. Очень красивая. По-моему, это... Я уже забыла, гиарт. Она красивая, она крутая. Из нее цветочки мне присылали. Я, по-моему, выигрывала или покупала. Может, покупала даже такие цветы. Вот. И мне очень понравились, как смотрится. Постараюсь сделать. Хочу. Постараюсь найти время, чтобы осуществиться и хочу. Так. Цифры чего-то. Цифры. Ну, такие штучки. Цифр, правда, у меня есть, а вот таких нет ножей. Не знаю, интересно. Ну, цифры у меня не такие. Но у меня тут с шариками, да? Прикольно. На день рождения. Один годик, два годика, да? А вот эти вот рамочки или коктейжики. Прикольно, мужские. Даже золото есть. Интересная прям штука. Так, вот смотрится. Мне нравится. Круто. Еще какие-то вот... А, это тоже цифры, получается. И еще такие застежки, заклепки. Как-то их использовали, я уже забыла. Помню, что как-то их тут девочки... У Лены Босс я такие штучки видела. Забыла, как она их использовала. Как-то интересно. Ну ладно, разберемся. И морская. Морских у меня ножей практически нету. Есть у меня только пузырьки, рыбка. Чего еще там? Сеть. И еще стая рыб, которую я не использую практически. Там очень вот такие малюсенькие, пол сантиметра рыбешки. Вот. Чего-то как-то я на морскую тему обошла, не покупала. Ух ты, кстати, сразу. Вот такой хочу. Как можно чуть-чуть покрупнее. Ох, какой крутой. Пузырьки. Пузырьки у меня другие, у меня крупные, а тут прям мелкие. Ух ты, как круто. О, поплыли, поплыли. Сразу все у меня уже это, что-то такое набегает какие-то. Я хотела делать работу с маяком по осени еще, по-моему, или летом. Но так руки не дошли. Не было времени. И так забросила эту идею. Какая рыбка крутая. Еще одна. Ух ты, как здорово. Все, вот это мне прям пакетик, прям что-то это. Я меньше всего думала, что он мне понравится, а он мне больше всего. Птички какие классные. Ух ты, я прям все радуюсь, как ребенок. Ух ты. У меня просто ничего такого нет. Тут конек и все. Все, мне хочется что-то такое делать. Чаечки вот такие вот. Какие все штуки некрасивые. Еще я вижу якорь. Вот он. Опа. В общем, я все хочу, пока не закончился запал, надо садиться. Пусть сейчас не сезон. А, вот такое еще это... Как это? Крайка забыл, как бордюр, бордюр. Вот. Пока, в общем-то, не сезон, конечно. О, еще вот такая с черепахой. Но мне вот все-таки хочется осуществить еще вот такого. О, вот это нож прям крутой какой. Ух ты. Море, 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 море. В синем море. Тонут лодки и большие корабли. О, все. Занесло, понесло. Оп, рыбка такая, конёчек. Ух ты, они разные, да, коньки? Такой счет. Ничего себе, целая куча. У меня такого вообще нету дела, добра. А, очень маленький, но малюсенький. Ух ты, ай. Все, Нина настроение мне подняла. Все, спасибо огромное, прям вот. Все супер, пупер, еще мелкие рыбешки. Ничего себе, она тут вырубала, наверное, вообще. Потратила сколько дней тут на это все дело. Ух, здорово. Здорово, круто, 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 круто. Морские звездочки еще такие вот тоненькие всякие. Вот. В общем, ой, что-то еще. Вот это пропустила. Как интересно. Мне так нравится. Я так довольна. Так красиво. Так, все. Вот. Не хватает еще ножек. По-моему, Инна мне присылала. Все, Близнецова. Вот, я даже помню. По-моему, она до ЭТС-ки мне с русалочкой присылала. Ну, еще там, не знаю, 3 года, 4, 1, 2, 3, 4, 4, не знаю, сколько лет назад. Нож был у нее, я так поняла, русалка. Я видела такой нож на Алиэкспресс, но не стала себе брать. Что-то там, ну, не знаю, почему не стала себе брать. Вот. А так вот у нее классные были ЭТС-ки с этой русалочкой. К морской теме. Я бы, в принципе, если, ну, сюда добавила. А так вот прям спасибо, спасибо. Все классно. Мне все нравится. И надо все-таки сделать этот маяк, пока у меня настроение такое появилось. Хотя сейчас немножко не то время. Но у меня уже есть задание на лето, я вам скажу. Так, я еще пробую вот эту вот вырубку. Да, и покажу, что тут получится. Но нож, наверное, новый.
ветка. Вот, уже есть у меня задание на лето, надо делать новые мастер-классы. Красота. Для детишек. Поеду летом к детям. Творить и вытворять. Сейчас прорублю, посмотрю, что получится.